Это в чистом виде кейсовый доклад. Я расскажу о том, как мы из... Как мы из офиса перебрались на удаленку и достаточно долго и успешно там работали. А потом пришло время от этого отказаться. И почему это было сделано. Итак, первый этап формирования бизнеса пришелся на 4-7 год. Тогда я считал, что нужен офис, что мы должны держать большую команду. Было много людей. Но со временем команда рассосалась там до 3 человек. А офис, как ни странно, вырос у нас почти до 90 квадратов. Но, тем не менее, грусть и печаль мною овладевали, потому что не могли мы не загрузить даже этих людей. Кроме того, сильно возросла стоимость производства нашего продукта. Мы занимаемся продвижением сайта, на тот момент занимались еще разработкой и офлайновой рекламой. И одной из самых серьезных проблем, почему я ушел в удаленку, была низкая квалификация в регионе. Bittrex высосал всех хороших специалистов. Вот, и в итоге на нашу долю остались только какие-то криворукие товарищи, которые вовсе меня не удовлетворяли с точки зрения как специалиста в моей области. А сам я уже не мог покрыть весь спрос. И, соответственно, последней каплей стало, когда мне аренду офиса подняли на 20% сразу. Вот. Пришлось это на достаточно тяжелое время, когда у нас, как вы помните, там 7-8 год был кризис определенный. И в итоге я просто взял и перевел всю работу на аутсорс. И с 8 по 12 год у нас шел бурный рост. То есть я обратился в другие регионы, нашел там специалистов. И далее они начали для меня выполнять те работы, которые... на которые я привлекал именно договора от клиентов. Самое интересное, что это оказалось настолько выгодно. Кроме того, я получил возможность работать полный рабочий день из собственной квартиры. Офис мне стал не нужен, издержки существенно упали. И я стал мало того, что работать через удаленку со всеми клиентами, я стал еще и активно это пропагандировать. Я писал инструкции, я завел блог, я радовал людей тем, что можно найти хороших специалистов, независимо от того, где они находятся, и популяризировал аутсорсинг во всех его формах все это время. В чем плюсы были тогда для меня? Это невысокая стоимость часа. Человек сидит где-нибудь во Владимире, или у меня там программист был в Вологде, по-моему. Стоимость его часа, соответственно, была средней по Вологде. И, соответственно, это сказывалось существенно на том чеке, который я выставлял клиенту. Услуги были более чем конкурентоспособны практически в любом регионе. Кроме того, вторым плюсом оказалась сдельная форма оплаты, когда что работа выполнена, за нее там перечислен определенный объем денег. Работа не выполнена, я ее просто не оплачиваю. То есть фактически работа велась попроектно, но с клиентами я вел уже абонентскую форму. Это тоже, естественно, играло в большой плюс. И при этом я имел специалистов с достаточно высокой квалификацией. Если в Калининграде набрать там 20 оптимизаторов, это задача близкая к нереальной, то найти поодиночке хорошего специалиста в разных городах России, а у меня работали с Россией, с Украины, с Белоруссии люди, найти в маленьких городках более-менее толкового специалиста на удаленке оказалось довольно беспроблемной задачей. Кроме того, я получил еще возможность быстро масштабироваться. То есть пришли новые клиенты, сразу там пачка там в 5-10 клиентов зашла, я просто шел, кидал клич на форуме и нанимал нового специалиста. Те, кто работает в офисе, прекрасно понимают, что это длительное собеседование, это сложный кастинг, человек еще выйдет, не выйдет. Здесь никаких проблем. То есть масштабироваться можно было достаточно быстро. Ну и понятно, что никаких затрат на офис и технику, потому что каждый сидел у себя дома и работал на том, что у него есть. И в итоге за эти 4 года мы выросли в 5 раз по объему.
Вот. Собственно, именно поэтому я и стал адвокатом аутсорсинга на тот момент. Тем не менее, начиная с 2013 года в компанию пришла стагнация. Мы никак не могли перевалить через определенную планку. Я заводил клиентов в одну дверь, через другую дверь они выходили. Вот. И я стал искать причины. Что же случилось? Что не позволяет мне расти так, как я рос эти 4 года предыдущие? Оказалось следующее. Во-первых, каждый работал согласно его внутренним стандартам. То есть каждый аутсорсинг был состоявшимся специалистом с определенным опытом. И хотя, естественно, существовали чек-листы, существовала определенная схема проработки проекта, а здесь мы говорим больше о продвижении сайтов, тем не менее стандарты компании, так как их видел я, так как их видел я как специалист, они не наследовались на аутсорсеров. И в итоге это привело к несоблюдению стандартов, и каждый аутсорсер что-то делал от себя, и, соответственно, получалась неравномерная проработка проектов. У одного оптимизатора проекты росли, у другого падали, у третьего ни то ни сё, и с этим надо было что-то делать. Кроме того, естественно, основная болька всех, кто работает с фрилансерами, это нерадивое отношение к работе. То есть он может работать ночью, может работать днем, может на час выйти, а клиент к тебе приходит в рабочее время, и ему, соответственно, нужен ответ в рабочее время. И он тебе задает вопрос в 10 утра, а ответ ты ему даешь, когда фрилансер выйдет на связь в 9 вечера. И, соответственно, возникли временные задержки при коммуникациях с клиентами. Электронный контроль абсолютно ничем не помогал. То есть все попытки автоматизировать все равно ничего не приводили, потому что, как я уже говорил, он пришел, там, когда ему там хочется работать или когда у него есть возможность работать. Например, у некоторых сотрудников просто не было возможности в рабочее время работать, потому что там дети маленькие или еще что-то. То есть работали исключительно по ночам. Ну, вот. И с этим приходилось мириться. Но еще более серьезными проблемами оказалось то, что мы подошли к той стадии, когда нам нужны стали в компании менторы. Вот чтобы выровнять стандарты, нам нужно было кого-то сделать ментором и это передавать другим сотрудникам компании. И получалось так, что поскольку компания была распределена на много разных фрилансеров, насаждать им какие-то общие ценности компании не получалось. Ну и, соответственно, из-за того, что, опять же, все находились в разных городах, общались только через какой-то общий чат, не возникало ощущения команды. То есть фактически это было много маленьких команд, я и мой фрилансер. И это тоже стало меня раздражать и, соответственно, сказываться на результатах. Дошло до того, что я треть времени тратил на разруливание проблем с клиентами, треть времени на управление там компанией, и в итоге стали падать продажи. Соответственно, поскольку в основном те, кто знает мое агентство, знают, что у меня основной метод продвижения – это персональный брендинг, и, соответственно, основной канал формирую клиентов, я формирую сам. Вот. И это тоже было одной из причин, почему я считал, что нужно что-то с этим делать. И одной еще из серьезных проблем оказалось отсутствие возможности делегировать управление. Да, у меня были аккаунты, да, они тоже сидели удаленно. Но взять и начальника отдела там еще из одного города какого-нибудь фрилансера и говорить, вот ты будешь этими 5 руководить через какой-нибудь Basecamp или Bittrex24, ну тогда его еще не было, да, или он был, ну, в какой-то еще зачаточной стадии. Сейчас мы сидим на Bittrex24 и все хорошо у нас. Мы полгода, правда, потратили, мы писали кровью полгода, чтобы заставить людей выполнять все задачи, но сейчас у меня поток после того, как мы зашли в Bittrex24, у меня в день приходило 100 писем от клиентов. В день. Вы представляете, какой это поток. Я их даже не читал, я расшвыривал по аккаунтам и все. А сейчас мне приходит 2 письма в 3 недели где-то так от клиента. То есть все ведется через Bittrex24, через экстранет. Кто не подключил экстранет, это просто счастье. Это я так
рекламирую вам. Вот. И примеры. То есть лучший менеджер проектов, который у меня был, уволилась по одной простой причине. Родители устали видеть ее в тапочках за рабочим столом. То есть эта девушка, она очень грамотная, по образованию юрист, она блогерша, еще к тому же была, к сожалению, погибла в автокатастрофе. Вот. Но, тем не менее, на тот момент ее выдавили из компании собственные родители. Они просто каждый день ей капали на мозги. Она проработала год и ушла. Потому что найди себе настоящую работу. То есть фрилансер – это не настоящая работа. Хотя платятся за нее деньги порой гораздо больше. Да? Люди в костюмах, они выглядят респектабельно ровно до тех пор, пока не узнаешь, что они работают на людей в майках и джинсах. Да? Вот, лучший мой программист работал по ночам. Найти его днем было нереально. То есть клиент звонит, орет, психует, почему это не работает, или у меня там что-то развалилось, а ты не можешь до него, до своего программиста добраться, потому что в данный момент он находится офлайн. И в итоге на каждый наш новый проект кто-то нас покидал, рост остановился. Я тратил огромное количество, то есть я один день в неделю точно я тратил на выезды клиентов. Только для того, чтобы разобраться, что там происходит, что там накосячили мои аутсорсеры. И апофеозом последней каплей стало, когда я на вопрос, мой вполне осмысленный вопрос оптимизатору спросил, почему ты не освоил бюджет, вот тебе же дали деньги, почему ты этого не сделал? Он сказал, все и так хорошо, я решил сэкономить деньги компании. Вот. В итоге мы потеряли клиента, а я понял, что это уже точно все, это последняя капля. Я съездил на конференцию в Казань, SEO-конференц, которая в этом году, там 30 сентября, что ли, будет проходить. Я там тоже опять буду выступать. И в 2014 году я просто пришел и уволил всех в один день. На осознание того, что это нужно сделать, у меня ушел год. А все дело в том, что поменялось мое отношение к тому, как компания должна развиваться. А вот компания, к сожалению, этого не поняла, несмотря на то, что у меня на тот момент со мной работало уже достаточно много сотрудников. Вот. И у меня было 5 оптимизаторов, 2 или 3 аккаунта, я уже сейчас толком не помню. Вот. Это не считая штатных сотрудников, которые сидели в офисе со мной. И аутсорсер. Вся его проблема в том, что он живет где-то там. Он сам себе хозяин. Он маленькая компания, которая с тобой заключила договор и в рамках этого договора с тобой сотрудничает. И ничего ты с этим не сделаешь. Да, он может к тебе быть бесконечно лично лоялен. Я всем своим аутсорсерам написал рекомендации, и часть из них устроилась потом на работу. Некоторые в крупные компании, в том числе благодаря моим рекомендациям. Ну вот. Тем не менее, их личная лояльность абсолютно не меняет тех проблем в подходе, в моем подходе к бизнесу, который сформировался примерно к 2013-2014 году. Мне нужно, чтобы вся команда работала как единый слаженный механизм. Добиться этого в рамках аутсорсинговой модели у меня не получилось. И я считаю, что это, что это в принципе практически невозможно. В итоге в один день я всех в конце 2014 года уволил. Это было ноябрь. А дальше я взял всего 3 человека вместо 5. Самое интересное, эти 3 человека уже в первый месяц выполнили весь объем работ, которые делали 5 аутсорсеров. И выполнили его примерно где-то, по моим оценкам, на 40% лучше. Но в итоге я получил 3 месяца огня, у меня упали обороты в 2 раза, но это частично наложилось еще на падение курса доллара. Вот. Но, тем не менее, где-то половина клиентов, которые ушли, ушли по той причине, что не получилось плавно склеить переход от аутсорсинговой модели. Фактически месяц, один месяц мы провалили, благодаря этому потеряли значимую долю клиентов, а еще тут доллар скаканул,
И на январь 2015 года я вышел с оборотом, когда я так посмотрел и думаю, пора идти брать кредит. Все. Вот, думал, все будет плохо. Однако спустя полгода мы все отыграли. А более того, дальше пошло все лучше и лучше. Коллектив разросся. И на сегодня нас уже 40 человек. Мы выросли уже за 2 года в 5,7 раза. Я хотел написать 6, но потом думаю, зачем врать, да? Вот, 5,7 – не очень красивая цифра, но это правда. Мы выполнили слияние с партнерами, которые организовали для нас один из офисов. То есть самое интересное, я не пошел в свой город. Я не стал отнимать профессионалов у Битрикса. Вот. Мы пошли в другой город. Я подсмотрел эту модель у других агентств. Мы пришли в другой город, организовали там офис. И на сегодня у нас 4 офиса в 4 разных городах. Мы ведем 150 проектов одновременно. А если вы помните, тогда мы не могли переломить планку в 35 проектов. И практически все управление у нас на сегодня делегировано. Я занимаюсь тем, чем я хотел заниматься, и чем я планировал заниматься. И это позволило мне заниматься развитием компании, в общем-то, семимильными шагами. Тем не менее, я не против удаленки. Если вам нравится работать с аутсорсером, мы тоже работаем с аутсорсерами, там, где мы не можем загрузить на полную специалистов. Но аутсорсинг против моей модели построения бизнеса на сегодня, моих представлений о том, как это должно выглядеть. И на этом спасибо. Я готов поспорить. Дмитрий, спасибо большое. У нас вот вопросы, значит, из мобильного приложения. Вопрос мне очень нравится. Вы говорили своим клиентам, что ваши сотрудники на удаленке, а вы дома? Честно? Что-что? А, да, говорил, да. И как они реагировали? По-разному, но у меня же, я же говорю, у меня брендинговая модель продвижения, ну, как персонального брендинга, да, то есть клиенты приходят ко мне по рекомендациям. У меня 90% клиентов – это те, которые пришли лично на меня. И, соответственно, либо на ту экспертность, которую я показывал. Поэтому ну, реагировали нормально, спокойно. Они доверяли мне, соответственно, доверяли тем схемам, которые я использую в работе, и проблем особых не возникало. Еще вопрос. Повлияли ли изменения работы и подхода поисков к ранжированию на ваши сложности в работе с аутсорсерами и в итоге на переход к офисной работе? Ну, то, что проекты требуют проработки все больше и больше в области поискового продвижения, это несомненно, но тут на самом деле еще есть другая проблема. То, что в офисах мы имеем возможность в групповую использовать дорогой софт. И на сегодня автоматизация поискового продвижения – это весьма такой существенный бонус в компаниях, которые себе это могут позволить. И приобретать под каждого специалиста такой софт или настраивать какой-то облачный сервер под это дело – это достаточно сложная и затратная задача. Гораздо проще затянуть это все в один офис и там дать возможность людям этим пользоваться. Но сказать, что это стало каким-то серьезным мотиватором для меня, для переезда в офис, я так сказать не могу. Тут скорее другое. То есть если я раньше брал аутсорсера, давал ему какие-то чек-листы, натаскивал, его среднее погружение в проекты компании, в ту модель продвижения, которую мы используем, занимало до полугода. Сегодня мы погружаем стажера за 2-3 месяца. Вот, то есть он через 2-3 месяца в состоянии уже взять свои проекты и работать с ними самостоятельно. То есть благодаря тому, что благодаря институту менторства. То есть есть костяк компании, который в состоянии передать те вещи, которые наработаны за годы, передать это за 2-3 месяца. Правда, оказалось, что этот институт появляется, когда ты переваливаешь примерно за 7-8 сотрудников. Вот, именно специалистов по какому-то одному направлению. Ну, вот это так. Но это уже личный опыт. Еще вопрос. Что стало главной причиной роста с 35 клиентов до 140? Главной причиной? А вот, наверное, кто-то был на моем докладе по контент-маркетингу. Вот я им начал активно заниматься для своей компании в 2012 году. Вот это, наверное, основным стало
основной причиной, то, что стало больше людей заходить. И главное, мы перестали терять клиентов. То есть отток клиентов у нас на сегодня это, ну, 15-20% от входа. В итоге появился эффект накопления. Вот еще вопрос. Сейчас продажами занимаются менеджеры, и где они находятся? У меня в Курске отдел продаж из 3 человек, и все лиды переходят туда. Кроме того, есть еще по VIP-продажам отдельный менеджер в офисе по производству, который находится в Харькове. Она занимается VIP-клиентами. Ну и есть клиенты, которые настроены на общение исключительно только со мной. Вот с такими я общаюсь. То есть вот на сегодня у нас такая вот схема разветвленная достаточно по продажам. Ну, то есть отдел продаж в Курске – это не та удаленка, которая вот плохая? Там офис, там сидят люди, и общение ведется через Bittrex24. У нас там все заведено, даже телефония, вплоть до записи звонков. Тогда вот еще вопрос, насколько вы лично были вовлечены в открытие офиса в других городах? То есть вот приезжали там, обустраивали, нанимали или как? Ну, в Харькове, поскольку это производство, я приезжал, но там, грубо говоря, в каждом городе есть человек, на котором эти вещи были делегированы. То есть это доверенное лицо, это топ-менеджер компании и соответствующими обязательствами и более высокой лояльностью по отношению лично ко мне, соответственно. То есть, я правильно понимаю, сейчас вот вопрос фрилансеров у вас вообще в компании такого вопроса нет? То есть, либо люди в офисе, либо в офисе в другом городе, вот так, чтобы кого-то на какой-то проект нанять или как-то там еще взаимодействовать? Нанимаем там, где мы не в состоянии организовать загрузку на полный день. То есть там, где нет возможности, ну, приходит, например, какой-то разовый проект на какую-то странную услугу, да, и, соответственно, мы ее закрываем аутсорсером, которого кастингуем штатными специалистами. Ну, например, мы занимаемся контент-маркетингом, у нас в штате редакторы, но нет в штате авторов, потому что клиенты приходят очень разные, соответственно, чтобы закрыть ту или иную историю с контентом, нам нужно найти человека где-то на стороне, то есть внутри. Вырастить специалиста там, по медицине или там, по финансам – это просто невозможная история. Поэтому все авторы у нас аутсорсеры. Но это, понятно, история по сделке. Вот. Ну, то есть это никак не мешает вам расти, не ставит никаких преград? Нет, это как сходить в магазин за молоком. Понятно. Коллеги, есть еще пара минут на вопросы. Давайте либо в приложении. Вот, в каких сферах или в каких обстоятельствах вы считаете, может быть оправдана распределенная команда? Ну, это, наверное, у вас продолжение, да? Есть истории, где аутсорсинг – это вполне как бы реальная история. И именно есть даже компании, где практически все специалисты распределенные. Это там, где существуют достаточно жесткие правила по исполнению задач. Вот, ну, то есть многие айтишные проекты, которые связаны, например, с написанием какого-либо кода, развиваются через аутсорсинговые модели и вполне нормально себя чувствуют, и есть даже очень крупные команды. Хотя все равно рано или поздно происходит тоже деформация, и где-то сажают 300 человек в open space, и они там что-то барабанят. Ну, вот, мы такие команды тоже знаем. Например, там мне рассказывали, что в Запорожье есть где-то подвал, где сидит 300 человек, и они там фигачат код. Вот у них окна маленькие, такие бойницы, и они вот, да, реально света белого не видят, но тем не менее работает, и компания там с миллионными оборотами на Запад пишет код. Еще вопрос, наверное, к вам лично. Сколько в день вы работаете лично тогда, когда была удаленка, и сейчас? Ну, мне очень трудно отделить работу от моей, в принципе, жизни, но если, скажем так, разнести рутину и творческую часть работы, то рутина на сегодня отнимает 2-3 часа в день. До этого она могла занимать до 7-8 часов. У меня стандартный рабочий день тогда был 14-16 часов в день. И вот эти вот 7-8 часов, они уходили на что? На разруливание каких-то рутинных вопросов, связанных с управлением проекта, с работой с клиентами, с обучением сотрудников, с контролем сотрудников. То есть понятно, что там можно было выстроить какие-то рабочие цепочки, но ситуация складывалась так, что создать надежные узлы управления не получалось. Это как раз одна из серьезных проблем, с которой я столкнулся в рамках аутсорсинговой модели. То есть я не мог создать узел, в котором
аккумулировалась бы информация от аутсорсеров, и дальше, соответственно, на уровне этого узла разруливалась. Сегодня это делает начальник отдела, который сидит и видит этих своих оптимизаторов или программистов, вот, и может там каждому по башке дать или прямо вот так вот подойти к экрану и решить проблему. Когда ты это делаешь на аутсорсинге, у тебя возникает временной лаг. То есть аутсорсер проснулся там в 9 часов вечера, похлебал борщика там и наклепал что-то такое. Задал вопрос. А, соответственно, другой, который там условный начальник отдела или там аккаунт, в это время уже спит. И в итоге исполнение вытягивается на сроки, измеряемые уже в сутках. Тогда как в рамках офисной модели это решается за минуты. Иногда просто указанием пальца в экран. Вот, и поэтому приходилось, поскольку я поэтому так и работал. То есть я жил сразу во всех часовых поясах, чтобы успевать там затыкать дыры, которые, ну, вопросы решать горячие, которые возникали у аутсорсеров, у клиентов. Потому что я как бы бизнесмен, это раб собственной компании, да, основатель компании. Вот, и я единственный человек, который мог работать вот такой объем времени. Никого другого я заставить, соответственно, так не мог. Поэтому приходилось, да. Но я еще от себя вопрос задам. А вот среди наших партнеров популярна такая модель, когда берут не фрилансеров, а берут людей из регионов. Ну, это позиция принципиальная. Там кто-то говорит, мы поднимаем там упавшие регионы, там бедные города и так далее. Людей берут в штат, но они работают удаленно. Они жестко контролируются рабочий день, выполненные задачи. Вот как к такой модели вы относитесь? Ну, вот у меня аккаунт сидела в Мурманске, если не ошибаюсь. Или в Архангельске, сейчас уже просто не вспомню. Она прям в штате была, и она в 9 выходила, в 6 заканчивала. Но, тем не менее, это, ну, во-первых, найти огромное количество таких людей, готовых именно так жить в рамках аутсорсинговой модели, сложно. Во-вторых, в какой-то момент из-за невозможности их контроля они этот режим начинает сбиваться. То есть есть ответственные люди, которые будут как столбики сидеть. У других там дочка заболела, там нужно в больницу сходить. И ты никогда не поймешь, с телефона она тебе отвечает или сидит за компьютером. В состоянии она заглянуть там в доки компании, которая там на улочном сервере находится, или у нее на компьютере, или нет. Дать ответ или нет. Вот. И в итоге, как бы, ну, наверное, можно жить, но опять же возникает проблема в коммуникации с клиентом. Основная проблема, как бы, у меня бизнес такой, где коммуникация с клиентами решает практически все. Если ты дал ответ на полчаса позже, уже все, может быть, контракта не быть. Уже клиент уйдет к другому. Вот и все, на этом все заканчивается. Поэтому такая модель, она возможна, но она для меня слишком сложная. Вот. Ясно. Дмитрий, спасибо большое за ваш доклад и за ответы на вопросы.